Можешь включать. Включил. Принимаю. Разрезающий пас на ход. Подавай! Арбитр... Сорян, Вадик, туповато открылся. Нормально. Давай на Игорь, только, блин, это... Ага. Пусть повыше. И прямо в центр штрафной полетит. Ай! Хорошо. Хорош. Барзали. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Да. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Все верно, края надо чаще задействовать. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Мяч из-за боковой будет введен в игру. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Грамотный пас, все по делу. Уходит в центр фланга. И пробил! Очень высоко, очень неточно. Росси. Яо Куаси. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. И покидает мяч штрафной. Барзали. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Атака продолжена. Хорош. Гол. В красавчике. Хорош, Тимончик. Да, хорош, хорош. Кайзерку сейчас сижу. 1-0. Сейчас будет веселее. Яо Куаси. Да, это бот вас заебут теперь нахуй. Хорошо. Фланг, фланг есть. Ага. Противоположу. Джеро. Сорян. Наш, да? Нет. Бля, ну наш успеет быстрее. Хорош, бот, давай. Центр. Хорош. Да чё это было-то, блядь? Нормально, только не торопись, не разыгрывайся. По позиции. Давай диагональ, Игорь. На красном, на тему, да, да. На левую, да? Да, да, да. Сильнее только. Петь, особо не забегай, сейчас страховываю. А, понял. Оно не идет, если там игроки на пути, все, он не дойдет нихера. Барзали. Да, не надо было туда подбегать. Выбейте лучше нахуй. Скосы был борьбой. Не спеша перекатывает мяч на своей половине поля, выигрывающая сторона. Хорошо было бы, если бы мяч... Все, ребята, выходите из защиты. Не переигрывайте там, они прессинг. Давай на фланг переведем. Давай на фланг переведем, не будем зажиматься здесь. Откройтесь на фланге пошире. Потеряли мяч, теперь надо отходить в оборону. Прошел пас, можно обострять. Нет, хороший не прошел пас, хорош. Попадает под прессинг. Ну.
Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул. Будет штрафной удар. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Фу, нет, давайте мяч, ребят. Вы даете, ребят, туда пас, где толпа, блядь, соперник. Надо наоборот подальше, в свободную зону. Нет, никого впереди. Ну, Вадика можно было запускать, он хорошо убегал. На радар смотрите. Хорошо. Есть. И разрезающий пас на ход. Ой, хороший, ай, хороший. Я не смогу остановиться. Давай на дальнюю, давай. На дальнюю, давай, скину. Тимон, смотри, да, вот это, чтобы не убежал. Блядь, сука, ботупая. Хорошо, красавчик. Все, вернулся, Игорь. Да-да. Рядом. Хорошо. Нахуй, блядь. Не просил. Да, понятно, нормально. Пас назад, что же, иногда и так приходит. Блядь, мне сегодня подарки одни, блядь, Ой, как так, он один-то, блядь? Простил. Давайте вратарю мяч. Крайний случай только. Нахуй, ну. Да за что, нет, перечные, блядь, пасы. Хорош. А вот это пиздец, блядь. Втроем не смогли отнять. Я вообще не его держал. Пиздец. Как дали подать? Навес получился просто на заглядение. Оставалось его только замкнуть. Тихо, тихо, без психа. Да, отличный навес и великолепный удар. Все получилось очень просто. Вот если бы этот пас прошел, было бы очень опасно. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Видишь, сразу подача в твою зону, блядь. Билья. Нам. Вратарь выбивает мяч подальше в поле. Судья добавляет 3 минуты. Ну, не торопитесь. Плохая передача приводит к потере мяча. Вперед идет атака. Хорошо. Интересно может быть. Нахуй. Просто здорово сейчас защитник сыграл. Блядь, мне мяч к верхам постоянно. Не, ну я вынес только. Не-не-не, сейчас все правильно, все правильно. Я не говорю, что ты плох. Я говорю то, что все время борьба в центре. Ну, игра такая. Почему надо, блядь, создать что-то уже? Раскачивать надо. План центр. 4-4-2 они играют. Широкий. И стягивает этот мяч, правильно? Вот надо пользоваться. Оба. Тройкам там. Под забросы, да, не все время, но открываться. Попробуй. Такие ситуации можно было. Ну. Тут у меня вообще просто поражает, да. Толкнул меня на. Хорош, блять, отскок ебаный. Есть время и пространство для навеса. Один. Он пиздец. Очень, да. Да, таким ударом отличиться шансов было немного. Когда Вадик играет головой, поближе к нему играйте форварда, ну, крайки. Жеров. Бам. Что, мало ли, что отскок подкараулить. Блин. В общем, не зажимайте себе. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Хорошо.
Хороший. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Хорошо. Очередной аут. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Со мной. Беги, хорош. И подает в штраф. Оба! Красава! Хорош! Автогол, что ли, или что? Не, главное удар какой. Рыба. Да, у меня на мне камера была, я не вижу. Все, играем. Счет 2-1. Блять, это я. Сорян. Точный пас. Он сегодня почти. Хорош, Диего. Хорош, Диего. Есть. И разрезающий пас на ход. Ай, да звук, сорян. Играем дальше. Ну, блять. Отличный вынос. Как же здорово играет пас. Хорош, давай. Да сука, вроде ж не мяч шел, потянул их мячу. Хорош. Можно. Уже нельзя. Ну уже рядышком будет. Ну, не тянет до последнего. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Ну, возможно, в следующей атаке им повезет больше. Есть игрок впереди. Дальний. Навешивать надо. Вратарь легко забирает мяч, но не бросит в свой ворот. Уверенно действовал перехват, да, игрок, с тобой есть. Не. Я думал, побежит, сорян, пацаны. Дим, помогай чуть-чуть сопом тоже. Не высоко не пойдем. С Тимоном мы сейчас разберемся. Хорошо, мяч перехватили в атаке. Диас. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Нет, не дошел этот пас до адреса. Хорошо было. Да. Сучка, не дает. Хорошо. Оставь, Тимон, не бросай, дальний есть. Не, уже. А, есть? Ну тогда давай, Тимон. Джеров. Когда бьются такой дистанции... Хорошо. Эту атаку можно считать завершенной. Игроков разобрались. Кстати говоря, был неплохой. ЦПшники, ЦОП помогает. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Ну, бить давайте. Хорошо. Есть. Подача в штрафную, там есть шанс сыграть. Выбит мяч из штрафной. Есть удар! Да не попал, а вот поворотом. Хорошо. Левая, блядь. Неплохой был пас, но соперник эту передачу. Могли. Мяч вперед идет к чужим воротам. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хороший. Афан. Не, удачи. Хорошо. Блин. Да беги ты, черт. Раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Да, сука, серьезно? Понятно. Ребята, стоп. Там, помогайте, потому что бот... Я с ботом против двух остаюсь там частенько. Да, помогаем сейчас защите. Все верно, пора сместить акцент атаки. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. И в разрез. Тихо, с подкатами, тихо. Хорош. Соперники справились и отодвинули игру от своих ворот. Хорошая была атака. Яо Куаси. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Похоже, все решится в концовке. Хорош. Какие напряженные минуты нас ждут. Ой-ой-ой. Все, вернусь. Хорош. Правый мяч отправляется
Ну, нормальная ситуация, правильно отработал арбитр, отложенный штраф и желтая карточка. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом эпизоде. Судья, он не стал свистеть в момент фола, а дал доиграть эпизод. И лишь потом... Ближе к центру, ребят. Увидел открывание впереди, делает передачу. Хорошо, хорошо, еще. Хорошо, молодец. Не в ту сторону, немножко хорошо. Все, спокойно, спокойно. С тобой есть. Один. С тобой. Ну, с ударом, Вадик. Ну, там сейчас открыть. Правильно все делал, правильно. Ну, правильно. Дальнее, дальнее держи. Накрыли. Встретьте. Надо забивать последний шанс. Им надо показать свой лучший футбол, чтобы сравнять счет. Все, он по бровке. План есть. Спасает вратарь, но хорошо. Ну, блядь. Петь, выноси. Точнее сказать, напряжен. Блядь, жестко. Нормально. Это после такого говна убивать. Это действительно, блядь. Трудовая, очень трудовая победа. Ладно. Я так понял, все на этом? Да. Тебе было мало? Было экшен, был. Все. Че, завтра у нас сбор? Вторник, да. Завтра попробую вратаря притащить. Да совсем пасов нет. Тимон хорош, кстати. Угу. Ну, а теперь можно всех включить. Все уже ушли, включатель. Ну, мало ли. Вот видишь, тебя услышал.